канун теракта в Волгограде, когда трагедия, разумеется, никто не подозревал, рязанские полицейские провели очередную профилактическую операцию «Нелегальный мигрант». Подход к делу, надо отметить, у правоохранителей изменился. Если когда-то официальный сайт, тогда еще милиции, сообщал о единицах изловленных нелегалов, то сейчас дело поставлено определенным масштабнее. В минувшие выходные только с территории Московского района столицы области в отдел полиции доставили более сотни иностранцев, проверяли документы и разрешения на работу. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, при необходимости иностранных граждан дактилоскопировали с помощью электронной системы «Папиллон». Кроме нарушений миграционного законодательства, у доставленных были выявлены и другие грешки. Оказалось, что мигранты вполне освоились в России и переняли местные привычки. Почти каждый четвертый был, так сказать, заметно выпивший. На них составили административные протоколы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, после волгоградских событий профилактика получит новый толчок. Эксперты утверждают, что подрывников злодеи вербуют и среди мигрантов из таджиков и узбеков. Но вроде бы дело здесь идет туго. Азиатские работяги желают заколотить деньгу, готовы, как видим, и поддать выходной день, с девушками в меру творческих способностей пошутить, но самоподрываться нет, как говорится, увольте.